Познавательно, увлекательно и вкусно. В Череповце есть особые занятия для всей семьи. Называются они «Вкусночтение». Здесь дети вместе с родителями могут прийти, послушать увлекательные истории, угоститься чаем и что-то смастерить. Нам ампир и барокко не нужны для урока, и тем более всякая готика. Про подъемные краны вам пока еще рано. А теперь нарисуйте мне котика. Наша некоммерческая организация «Синяя птица» совместно с Центральной городской библиотекой имени Василия Васильевича Верещагина в конце 2015 года начали реализовывать благотворительный проект «Вкусночтение для детей, отцов и дедушек». Мы реализуем этот проект для того, чтобы помочь вернуть в семьи семейное чтение, вообще интерес к литературе, и чтобы помочь родителям, в первую очередь папам, познакомиться с современной детской литературой, то мы не только читаем, не только пьем чаек с вкусностями, но еще что-то мастерим. И чаще всего это бывает по теме нашего чтения. Наш проект «Вкусночтение» – это часть большого направления нашей работы, направленной на профилактику кризисов в семье, жестокого обращения в отношении детей, ну и, может быть, каких-то кризисов и неравных отношений в семье между мужем и женой. Поэтому мы стараемся, чтобы папы понимали, что у них в семье достаточно много дел. И воспитание детей, даже уже таких маленьких и постарше, это в первую очередь их тоже дело. И чтобы они как можно интереснее проводили время с детьми, мы приглашаем их на наше чтение, помогаем им это сделать, чтобы они потом дома могли также поэкспериментировать. Мы сегодня решили выбрать для чтения, для знакомства книги, которые посвящены женщинам-изобретательницам. То есть, если это совсем малыши, мы читаем, например, на полу, детям так удобнее, да? Если постарше, то садимся на стулья, включаем проектор, и детки приходят именно того возраста, который зовем, потому что мы подбираем книги с учетом возраста. И кроме того, сегодня мы еще будем что-то мастерить, мы обычно это делаем на наших встречах, и познакомимся еще с российскими молодыми женщинами-изобретательницами различных областей науки, которые успешно продвигаются и в науке, но и как мамы тоже очень успешны, и как женщины. Мы вообще как бы от нашей семьи очень благодарны такому мероприятию, организаторам данных мероприятий. Мы на данном кружке второй раз. Первый раз мы приходили перед Новым годом, читали книжки. Нам даже дали некоторые книги домой на каникулы. Мы прочитали с удовольствием, брали книгу по приготовлению еды, попробовали рецепты из этой книги. Очень понравилось. Вообще мероприятие замечательное. Дети рады, ходят. Часто у меня их трое, три девочки. Побольше таких массовых организаций нашему городу вообще рады. Большое впечатление. Ну, во-первых, для общения детей это полезно. Очень познавательные мероприятия. Дома бывает, что не всегда усадить их, чтобы почитать книги, а тут их заинтересовывает. Наталья хороший организатор, она интересно рассказывает, интересно читает с интонацией. Я думаю, мне это вот те интонации, которые передает она, когда читает книги, мне такого не передать своим детям. Скажи что-нибудь. Скажи, тебе понравилось? Да. Еще придешь сюда? Да, я приду.